Спасибо. Дорогие друзья, пока нужно аплодировать. Алло, спасибо. Аплодировать пока не надо. Мне не за что, ребятам пока рано. Мы очень все несказанно рады, что вы все пришли. Спасибо вам огромное. Мы представляем, вернее, я представляю его, Слава Кубицкий, своего очень большого дорогого друга. Это Сергей Асаньянш с его проектом МЕЦ. Что такое МЕЦ, он потом сам скажет. Вот. И еще одного очень большого друга, с которым я знаком уже более 13 лет, если не больше. Это Питера Джейсона. Кто-то, наверное, его знает, не знает, сегодня получит удовольствие. Вот. Здесь сидит его, присутствует его мама. Да, поднимитесь, пожалуйста. Мама — это, наверное, легенда отечественного шоу-бизнеса, на самом деле. Я просто хочу пожелать вам всем удовольствия от той музыки, которую вы сейчас услышите. И просто получить удовольствие. Спасибо вам за то, что вы пришли еще раз. Здрасте. Теперь я два слова. Нам очень большое удовольствие для нас выступать в этом классном зале. И мы поделимся с вами тем, что мы успели наработать за то время, пока мы работали вместе. Наш коллектив МЕЦ. Я понял. Ну что, приступим. Одну вещь вы услышали, но мы ее еще раз сыграем. Называется «Песня мечта о домике рядом с городом», о котором каждый, я думаю, мечтает подальше от этой суеты, рутины, отойти, как говорят американцы, go fishing. Shoot.
Эта вещь называется Peace of Illusion. Весь смысл прост. Забирайте все, что хотите, оставьте только мои иллюзии мне. Этого мне будет достаточно, чтобы прожить комфортно. Hey, my dog, will you trace? Where's my piece of illusion? It's a cycle of change. Where I'm hurting inside. Got to go to the place. I will dress in seclusion. Все медленнее и медленнее. Сейчас будет штучка, которая называется «Колыбельная». Да, я должен был сказать с самого начала. Тексты этих вещей написаны замечательными ребятами Димой Микляевым и Андреем Гедаспором. Так вот, эта «Колыбельная», боюсь, что если ребенку ее спеть, он не заснет, а повзрослеет. Inside.
light. Just open your eyes. Can you read the way? Завтрашнего не существует. Существует только один день. Не протирайте лезвие. Эта песня советует всем придерживаться этого правила. Listen, I'm worrying.
the hours mean with life persuades till the last moment of the money. When I hit an inscription on the way, time to wipe the blade. If you will be even safe, don't touch the pain. Still can find sound. Once in my life I made me stop, I thought perhaps it better far away, which leading to time and nothing is down. Broken blade, falling with the cry of dripping blood in a very silent moment. Don't wipe the blade if you will be even safe. Don't touch the pain if you still can find yourself. Назначение в никуда. Ну, в общем, общее место. Ну, это наш взгляд. Но это общее место. Giving back one's own life to the solid place in the sky. One is yearning for being aware. Only one can be applied. Destination hour. It's so hard to be oneself when you know life seems a sound. When you don't have any spare opportunities to be well in destination hour. И поблизу. В общем, непереводимый набор слов. Настолько глубокий текст написал Димон Микляев, что просто я даже иногда не понимаю, о чем поет. Нет, я понимаю, конечно, интуитивно. Чтобы мне справиться с выступлением. Ну ты же тоже Димон.
Разгильдяйская песня. Она такая, правда, разгильдяйская. Но там одна есть строчка. Она простая. And now I hope again. Ну, то есть, я продолжаю надеяться. Если кто-нибудь подхватит, мы будем признательны. Это как раз для пива. Thank you.
I wish I was very happy. Really too broke my heart that I need to see in the dark. I couldn't believe I was gone and waste my heart with my hopes, but found myself so from really to make it all gone. My chains and only sunlight from the sky will let me be sure of my way, will make me up again. And now I hope again, 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 and now I hope. Колесо жизни, и сказать-то нечего. Так называется песня, в этом весь ее смысл. From the light, I believe
Summer's apart, ceremony and die. With every step in my day, he's eating me to ride. If I could turn back someday, написал сколько лет 25 назад Андрей Гедаспов. Замечательный текст. Старая песня, но хорошая. Thank you.
Спасибо. Всем спасибо. Ну что? Еще один блюзок напоследок. I wanna you storm. Самый простой текст. Спасибо. Мы прощаемся с вами и передаем слово замечательному Питу Дженсену.